Пляж Бом-Сусесу находится возле деревушки Казал-да-Лапинья. Здесь впадает в океан залив Абидуш. Пляж довольно дикий, хотя в соседней деревушке, а паче того в городе Фош-ду-Арелью, есть все, что может понадобиться туристам. Фош-ду-Арелью находится на правом берегу залива Абидуш, а Бом-Сусесу – налево. Возле пляжа есть автомобильная парковка. Сюда любят приезжать туристы, предпочитающие океанские виды спорта тривиальному лежанию на песочке. Здесь люди летают на парапланах, гоняют на кайтерах, скользят по волнам на различных специальных досках, но просто лежать на песочке и купаться в океане здесь тоже никому не запрещается. Ссылка на карту пляжа в комментариях.